Всем привет, меня зовут Беринов Александр, я уже второй раз на стартап-шоу, хочу поделиться, что, собственно, случилось за это время. Напомню, мы занимаемся распознаванием товаров на полке с помощью нейронной сети и мобильного приложения под Android и iOS. Для кого это? Это в первую очередь для таких чудесных компаний, которые мы все встречаем, когда ходим в супермаркеты. Это товары повседневного спроса, это чипсы, это газировка. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, что, собственно, делает большая армия мерчендайзеров. В этих крупных компаниях работает до 5000 человек, которые разъезжают по магазинам, доставляют товары, но периодически просто не выставляют товар на полки. Если мы замерим, какое количество, в принципе, магазинов имеют эту проблему, где, собственно, товары не выставляются, оказывается, что это 25%. 75% бюджета на бонусы мерчендайзерам, торговым представителям расходуются неэффективно. Мы помогаем это исправить. И сейчас, собственно, мы стоим на пороге того, чтобы выйти на иностранные рынки. Именно поэтому я здесь. Да? Соответственно, у нас сейчас идет порядка 20 пресейлов Coca-Cola в Латинской Америке, Heineken в Африке, British American Tobacco и многие другие компании, которые, в принципе, не находят на своих целевых рынках тот продукт, который удовлетворяет, в принципе, двум главным задачам. Решения, которые работают в реальном режиме, то есть после того, как мерчендайзер или торговый представитель делает фотографию, ему приходят результаты распознавания в реальном времени. Плюс цена. Цена достаточно существенный фактор. Аналоги, которые сейчас есть на рынке, в 4 раза дороже и, к сожалению, не удовлетворяют запрос компаний на рынках развивающихся стран. Соответственно, по финансам. Мы каждый год растем приблизительно в 3 раза, и то, на что мы сейчас смотрим, это MRR, это месячная выручка. Сейчас мы, соответственно, зарабатываем порядка 4 миллионов рублей в месяц, да, и наше предложение, которое мы имеем для инвесторов, соответственно, это раунд на 750 тысяч долларов. Мы уже имеем коммит на треть из этого раунда по оценке 5,5 миллионов долларов премани. Да? Что здесь важно? Важно то, что когда я выступал в прошлом году, у нас была выручка где-то, наверное, 600-700 тысяч рублей, то есть мы растем по месячной выручке даже быстрее, чем в 3 раза. Плюс 5 тысяч пользователей только в России. Да, если мы возьмем, в принципе, мир, то порядка 2-3 миллионов мерчендайзеров, которых можно было бы подключить к этой системе на рынках развивающихся стран. И до конца года у нас уже будут пилотные проекты, а если сильно повезет, будет уже один полноценный контракт на внедрение. Это некоторые из наших планов, да, то есть мы планируем выходить за границу, поэтому мы разделяем выручку на российском рынке и на иностранном рынке. Все это идет через пилотные проекты. Приглашаем всех присоединиться и завоевать мир вместе. Спасибо. Спасибо большое. Отличный проект.